Некоторые подрядчики до учебного года не успевают. Капитальный ремонт школ в ряде районов буксует, сказали сегодня на совещании в кабинете министров. Президент республики Рустам Миниханов сказал, до 1 сентября, чтобы все было готово. Много претензий и по срокам, и по качеству. Работу приходится переделывать. Не лучшим образом обстоит дело с обновлением жилых домов. В аутсайдерах – Огрызский район и Казань. Что касается жатвы, обработали почти 70% пашни, а собрали чуть более 2 миллионов тонн зерна. Посетили ряд районов. В целом, как бы настрой нормальный, техники есть. Но тем не менее, значит, работа везде организована по-разному. Состояние полей тоже разное. В зависимости от района, в зависимости от хозяйств. Все-таки надо очень серьезно проанализировать, осмыслить ту ситуацию, которая сегодня в сельском хозяйстве. Вот, очень серьезная работа должна быть с наукой. Новые сорта, которые более засухоустойчивые.